Совсем недавно Керчь встречала своих юных героев с достоинством, завершивших практику на парусном барке «Крузенштерн». Сегодня же Керченский государственный морской технологический университет провожает в путь курсантов уже на другое учебно-парусное судно – легендарный четырехмачтовый барк «Седов». Более 30 лучших студентов первого, второго и третьего курсов под чутким руководством двух преподавателей проведут 3 месяца в открытом море. Посетят Германию, Амстердам, Францию, Италию и Монако. В первую очередь ждем получить неоценимый опыт. Во-вторых, ожидаем посмотреть мне, поскольку будут очень интересные парусные регаты, которым тоже надо подготовить. Что уже умеете делать на судне? Умеем использовать спасательные средства, бороться со всеми видами пожаров, оказывать первую помощь, также вязать морские узлы, все виды. Студенты долго и тщательно готовились к практике, изучали основы морского ремесла, оформляли документы. И вот тот долгожданный момент настал. Они все очень волнуются, они все настроены положительно, все в боевой готовности. Вы видите, как переживают родители. Мы возлагаем на них большие надежды, поскольку действительно вопросы, которые обсуждаются на уровне нашего правительства об эффективности использования учебных парусных судов, во многом будут зависеть от того, как вот сейчас покажут ребята себя на этих судах. Сказать напутственное слово и пожелать ребятам удачи пришли представители администрации университета, преподаватели и родители курсантов. Это важное событие, и оно не столько важное в плане торжественности, формы, сколько символично в том плане, что, будучи структурой Росрыболовства, мы теперь понимаем, что мы в полном объеме можем обеспечить наших студентов, курсантов в практике. Перед молодыми моряками стоит нелегкая задача, ведь их предшественники, проходившие практику на Крузенштерне, показали достаточно высокие результаты, переплюнуть которые будет нелегко. Ну, хотел бы сказать, что совершенства вообще нет предела, но переплюнуть их уровень будет достаточно тяжело, поскольку Крузенштерн отличался серьезной дисциплиной, и ребята были действительно очень неплохо подготовлены. И нам придется довольно-таки тяжко, но мы в любом случае приложим все усилия, чтобы держать честь не только университета, но и города. Редакция сайта Kerch.ru обещает неустанно следить за путешествием наших моряков и сообщать вам о самых интересных событиях курсантской практики.